Писать мы будем для вёски и будем боронить справы вёсковых людей. Личучи наибольшим ворогам тямноты бесправное положение мужика, мы объявляем войну усім тёмным силам. Мы маем надею, что наша доля разыдется далеко по усёй нашей мати-землице белорусской. В этой газете «Наша доля, наша Нива» — это первая белорусская полноформатная пресса, якая стала магчимой у вынику революции 1905 года. Хоть революция была задушенная, але царский урад спалохался размаху и послабил путы. Манифест 17 кастрычника 1905 года назывался «Об удосконалении державного парадку». Не об скасовании там неких феодальных пирожитков, которые были в России. Россия была единой краиной, буйных краиной Европы, которая не имела конституции, не имела парламента до этой революции. Это была единая опора самодержавья на всем континенте. И вот белорусы так само скористались из этой свободы, створили прессу, спочатку «Нашу долю» газеты. Натурально, она была революционизованная. Первая легальная газета на белорусской мове «Наша доля» была заснованная часткой керавництва белорусской социалистичной громады. Официальным редактором з'являлся жыхар Вильни Иван Тукеркис. У первом номере молодый Якуб Колос дебютовал у друку с вершем «Наш родный край». Так само побачила свет оповядание «Присяга над кровавыми разорами» Алоизы Пашкевич «Тетки». Аднак перавагу новая газета аддавала вострапубліцыстычным і агітацыйным артыкулам, паведамляла пра рэвалюцыйныя падзеі, абмяркоўвала сацыяльныя пытанні. Першы нумар «Нашай долі» выйшаў накладам у 10 тысяч асобнікаў і адразу прыцягнуў увагу царскай цэнзуры. На газету некалькі разоў накладаўся арыш. Урэшце выданне было забароненае, а Іван Тукеркіс осуджены на 1 год с неволением. И она имела ярко выраженный социальный характер, потому что белорусы – селянская нация, пригнеченная нация, и натурально этот аспект змагания за социальную долю был вельми моцный. И за ее стояла белорусская социалистичная громада, за этой газетой выдавалась для вязкового и рабочего тутейшего люду. И про это треба памятать, что это была именно такая газета революционная. Усяго с вересня по снежень 1906 года побачила свет 6 номеров газеты «Наша доля». 4 из них были конфискованы, а наклад 7-го знищены при наборе. Однако зерня, кинутое у землю, не пропало бесследно. На смену забороненной «Нашей доли» приходит новая белорусская газета. 23 листопада 1906 года побачил свет первый номер «Штотыднёвіка «Наша Нива». «Наша Нива» здолела зрабиться сапраўды народной агульнанациональной газетой. За первые 3 года своего існавання редакция надрукавала каля 1000 дописов, корреспонденций, артикулов, которые пришли с 490 белорусских городов, местечек и вёсок. Новое выданне было створено братами Иваном и Антоном Луцкевичами да Александром Уласовым, заснавальником белорусской социалистичной громады и одним из основальников выдавецкого товариства «Наша хата». Менавіта Уласов на долгий час стал главным редактором «Нашей Нивы». У самом первом номере новая газета давала обещание служить усяму белорусскому скрыўджанному народу и словом своим не здрадила. Последовательно выступаючи супраць царского шовинизма, обороняючи демократичные правы и свободы, пропагандуючи идеи осветництва и поширения культуры.
звернув увагу, що те, що ті часи, спочатку 20-го століття, вона виходила двома шрифтами – латинкою і кирилицею. Это нам зараз здається латинка нечим далеким. Ні, я ще в початку 20-го століття вагалася, яким шрифтом ми будемо користатися. Ну, я думаю, що латинка має і сьогодні право на існування. З часом наша Ніва здолена перетворитися у сапраўды народную газету. Яе атрымлівалі і читалі у розных куточках Беларусі. Выданне знаходзіла свой шлях і да беларусаў, што жылі за мяжой у Заходняй Еўропі і Злучаных Штатах Амерыкі. Менавіта на старонках нашай Нівы дэбютавалі ў друку Максім Багданович і Максім Гарэцкі, Алесь Гарун і Змітрок Бядуля, Цішка Гартны і Уладзіслаў Галубок. Менавіта тут упершыню з'явіліся паэмы Янкі Купалы «Курган» і «Бандароўна». Друкаваліся ўрыўкі з «Новай зямлі» Якуба Коласа. Па частках з'яўлялася кароткая гісторыя Беларусі Вацлава Ластоўскага. Супрацоўнікі газеты займаліся таксама кнігавыданнем, распрацоўкай норм беларускага правапісу, развіццём краязнаўства. Віленская рэдакцыя нашай Нівы унутры болей нагадывала музей, бо ў ёй захоўвалася мноства экспанатаў з калекцыі старажытнасцяў Івана Луцкевіча. У 1907 годзе Віленскі камітэт у справах друку даў нашай Ніве такую характарыстыку. Спярша крыху памяркоўнейшая, чым наша доля, газета пачала пасля змяшчаць артыкулы бунтоўнага характару, за што некалькі разоў канфіскоўвалася. Газета «Наша Ніва» выдавалася ў перыяд з 1906 па 1915 год. Яе выхад быў спынены ў сувязі з набліжэннем расійска-нямецкага фронту да Вільні. Газета «Наша Ніва» вырасла з нашай долі. Назва, дарэчы, больш аптымістычная «Наша Ніва», чым «Наша доля». Ну, «Наша доля» адразу падразумявае нешта такое гаротнае. У выніку расколу ў рэдакцыі ўзнікла эта газета, которая была наканавана нашмат даўжэйшае жыццё. Яна выходзіла некалькі гадоў у пачатку 20-го стагоддзя. Супрацоўнічалі буйнейшыя імёны літаратурныя, Якуб Колас, Янка Купала, Цётка, іншыя літаратары. «Наша Ніва» заклала падмурак нацыянальнага адраджэння. Стала цэлай эпохай гісторыі Беларусі пачатку 20-го стагоддзя. Яе выданне было адноўленае ў 1991 годзе, і да гэтага часу газета «Наша Ніва» працягвае руплівую працу на карысць беларускай культуры.